Форум — это отличная тусовка, где собирается довольно много людей из отрасли, в частности, кибербезопасность, вообще безопасность информационная. Сегодня главная особенность ИСО-форума – это обстоятельства, в которых нам приходится работать. И интерес, который возрос к отечественным решениям за последние пару лет, он кратно сказывается как на развитии отрасли в целом, так и, несомненно, на благосостоянии ее участников. Здесь собираются достаточно большие как интеграторы, так и заказчики. Найти новые какие-то задачи, ниши, может быть, какие-то интересные концепции, которые хотели бы реализовать наши заказчики, обсудить это все. Ну и вот, собственно говоря, здесь в том числе очень много коллег по цеху, где в том числе могут возникнуть определенные коллаборации. Я бы пожелал участникам форума, конечно, общаться, еще раз, наверное, общаться, потому что обмен информацией — это, наверное, самое главное, что с точки зрения как раз платформы может предоставить ИСО-форум.